Приветствую всех любителей игрушек из киндер-сюрприза. Сегодня наше видео посвящено серии «Маша и Медведь», выпуск номер 5. Ну, так я для простоты называю, да, то есть не по годам, а именно вот по очередности, как они выходили. То есть эта серия была пятой по счету, ну, выпущенная в киндер-сюрпризе. Ну, серия, как мы можем видеть вот на вкладышах серии, состоит из 8 фигурок. Ну, герои довольно-таки традиционные. Хотя есть и кто-то новенький. Так, выпущена эта серия была в 2017 году. То есть, если все-таки кого-то интересует именно год, да, когда это было, в 2017 году она у нас появилась. Можно было встретить в яйцах в магазинах. Давайте посмотрим поближе, да, вот на все эти игрушки. Ну, особенности их рассмотрим все поближе. Так, ну вот у нас медведь с кисточкой. Ну и вот в комплекте вот к нему еще идут вот эти цветные бумажки, ну, в которые можно смоченной в воде кисточкой, да, вот, ну, брать краску и рисовать. Такое вот применяется. Вот сам медведь. И да, и вот, как я сказал, к нему вот такая бумажка с цветными красками. Ну, сам медведь так вот, ну, да, в такой смешной шапочке, да, корабликом, с кисточкой, с баночкой. Нет, ну, все-таки уже начали радовать понемножку производители именно вот, ну, что-то менять, да, в фигурках. Не просто в какой-то позе, как было в первых сериях, здесь уже фигурки стали немножечко повеселее. Ну, это хорошо. Хорошо, что так. Так, это вот к нему. Так, следующая фигурка, это у нас медведица с зонтиком. Ну, все, наверное, хорошо знают, да, героев. Ну, как же без медведицы. Вот такая у нас медведица с зонтиком. Зонтик крутится. Тоже уже вот что-то поживее. Тут и зелень, да, вот добавили, и все. Ну, фигурка уже чуть более интересная, может быть, даже, чем было в первых сериях. Давайте чуть поближе, да, я их еще немножко все сдвину сюда в сторону и буду выставлять. Так, следующее, это у нас вот такая Маша, ниндзя, на грабли. Такие вот грабли у нее, и вот на этих граблях она у нас крутится. Вот эта фигурка. Да, вот действительно, вот она крутится. Вот такая подставочка. Тоже чем-то интересная фигурка, да, такая. Ну, забегая вперед, да, так вот скажу, то есть это вот пятая серия «Маша и Медведь», а в седьмой серии эта фигурка будет снова выпущена. И, ну, то есть периодически в сериях бывают повторы с прежних лет. То есть, ну, эту фигурку еще можно будет увидеть и в других выпусках. Так, следующая фигурка, это у нас вот заяц. Ну, в принципе, в нем все просто. Ушки вставляются, здесь еще, правда, показывается, что при изменении температуры он меняет свой, ну, меняет цвет. Пробовать не буду, честно скажу. Но вот такой вот заяц. Ну, заяц у нас постоянный герой практически во всех сериях. Боюсь ошибиться, но практически во всех сериях, по-моему, заяц был. Ну, может быть, какой-то не было, правда. Нет, могу, ну, боюсь ошибиться сейчас прям. Ну, заяц часто у нас встречается. Так, вот такой у нас герой. Четвертая игрушка. Так, ну теперь, ну как, теперь Маша. Как же? Маша на коньках и на подставочке. Ну, довольно-таки известный прием, да, вот для игрушек киндер-сюрпризе. Вот мы можем крутить колесико, и Маша будет при этом, ну, крутиться, да. В зависимости от того, как крутится колесико. Ну, на какой-то не самой гладкой поверхности, да, ну, естественно, можно это вести, и она будет крутиться. Довольно обычная Маша, да, в традиционном красненьком наряде. То есть довольно часто используется, ну, вот именно такая одежда. Вот в серии Kinder Surprise. Ну, вот в этот раз она такая. Ну, хорошая Маша. Такая симпатичная вполне получилась. Так, вот это уже
более оригинальная, значит, следующая фигурка тоже Маша. Маша на метле. Вот. На метле. Сейчас, значит, вот такой вот у нее такой постаментик, куда метла одевается. Ну, что-то типа того, что вот она взлетела и вот так, с таким вот прям такой вот след от метлы. Ну, вот она на ней крутится, вертится. Как хочешь. Надо еще поймать, умудриться положение, в котором... Так, ну давайте еще раз, еще поближе покажу фигурку. Так, сразу убираю. Вот. Такая довольно оригинальная Маша. Таких еще не было подобного типа. Так, ну вот остались еще две игрушки. Так, это вот собачка. Собачка такая. Ну, тоже немножко забегая вперед, подобная же собачка будет и в седьмой серии, да, то есть это пятая, в седьмой тоже вот. Ну, здесь вот связь хвостика с наклоном головы собаки присутствует, то есть они взаимосвязаны. Вот такой вот песик миленький. Вообще вот, ну, так как вот частенько бывают повторы, самое что интересное, фигурки вроде бы одинаковые, но они зачастую чем-то отличаются. Про вот эти вот разновидности фигурок вроде бы одинаковых в разных сериях, да, чтобы их можно было отличить, я в каком-то вот отдельном, наверное, видео, ну, сделаю такое вот прям сравнение, чтобы, ну, и покажу, чем отличаются игрушки, там, из там, ну, например, там, не знаю, там, первого, там, второго выпуска, там, да, или там, пятого и седьмого. То есть, вроде бы одинаковые игрушки, но чем они отличаются, ну, я думаю, этому будет посвящено отдельное видео. Ну, и вот последняя фигурка, да, то есть, вот такой у нас тигр. И надо сказать, что эта фигурка, она, ну, вот, ну, она вот, грубо говоря, должна вот так висеть на чем-то, да, то есть, судя по тому, как на бумажке, то есть она вот так вот должна быть, ну, висеть на какой-то, ну, вот в данный момент на пальце, да, ее можно вот на край там стола повесить, на край стакана, ну, куда-то вот так можно повесить, и вот она тогда будет так висеть. Вот, то есть так ее, ну, поставить не получится, то есть она вот в таком виде у нас. Ну, это вот новшество, да, то есть такой фигурки раньше не было, да, такого героя и подобного. Ну, это вот какое-то новшество, вот в пятой серии такое сделали. Ну, наверное, и все на этом, да. То есть, в общем-то, другие серии Маши все будут тоже на нашем канале. Обзоры всех серий Маши и Медведь, которые выпускаются, ну, выпускались и будут, надеюсь, выпускаться в киндер-сюрпризе, да, все эти видео можно будет найти у нас на канале. Вот, так что, если вам нравится, смотрите их, будем рады. Ну, а пока все, пока.